Меня зовут Андрей, мне 55 лет, и уже примерно год я тренируюсь дзюдо. Но я его изучаю и отрабатываю технику не в направлении спортивном, не в направлении поединков, а в направлении изучения ката дзюдо. Это дает очень интересный эффект. Во-первых, это не травмоопасно, все достаточно мягко и технически непросто. Но изучение всей этой техники, оно просто поднимает тонус, оно просто делает здоровее, умнее и позволяет общаться с очень интересными людьми. Я думаю, что для людей моего возраста, даже старше, это было бы интересным занятием в жизни. И самое главное, что это позволяет чувствовать себя бодрым, сильным и находиться в интересной среде.
есть, да, оп, сразу оттолкнули. То есть сейчас без технических действий вы просто оп, да. Отлично. Оп, извините, так, ну иначе вы не почувствуете опасности. Свое лицо. Да, 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 да. Окей, появитесь. Все, да. Не торопитесь, не торопитесь. Не торопитесь. Мы не движемся спокойно. У нас нет сейчас торопливости. Немножко изменим. Правильно. Значит, сейчас, какая скорость была? Сейчас вы меня двигали и подводили прием. А сейчас мы пойдем от другого. Сейчас я буду все время пытаться взять вам захват, атаковать вас. Вас буду на вас нападать, а вы будете пытаться сделать защиту каким-либо приемом, который мы с вами изучаем. Вы сейчас сами продумаете, как. То есть, все ваши передвижения должны быть максимально удобны для вас. Скрещивание ног только в случае, если вы уже атакуете. Ну, когда мы действуем. Сейчас я вас атакую, пытаюсь захватить все. А вы ищете вариант, из такого положения меня можно такой техникой выцепить. Да. Я вам отдал спину. Да. Рука куда? Я на вас давлю. Что делаете?
что делаете? Что это делаете? Ну, Огоши. Нет. Огоши. Огоши, да. Очень горел. Нет, это у вас получился подхват под одну. Нет, да. Сейчас. Не торопись. Вы поймали меня. Окей. Удивительно, что выкатили, да? Ага, да. Хорошо. Здесь двояк. Если я вот так давлю на вас, вы красный. Здесь вам или сюда, и куда это? Я хочу вот здесь взять свет. Если сюда ПО встретить, видите? Как часто двояк подойдет? Вот. И хотят сверху, и вы встречаете да. Ага, и смотрите. Я ухожу, вы делаете мне, получается, я ножку убираю, а это остается. Нет, что? Нет, да. Это называется комбинация, да? То есть мы из одного в другое, я ухожу, раз, я ногу убрал, нет. Второй ногой добавляется, это уже стало в опору. Ничего. Это легко. И я ухожу, раз. Оп, и все. Да, можно чуть открыть. Так, ну как, еще можно чуть-чуть отдохнуть или...